Вопрос с 500. Был год крутых отношений с девочкой, давал читать твои книги. В общем, было не скучно, ебались как кролики. Но спустя год девушка говорит, что теряет чувства ко мне, и мы решаем расстаться. После ее поступки очень странные. Она опускается на дно общества и тусит с наркоманами чуть ли не в гаражах. Все окружения в шоке, родители и так далее. Почему так? То есть встречались... Давал читать книги, было не скучно, но потом она потеряла как бы к нему чувство. Ну так и все, в чем проблема, я не понимаю, найди себе новую. Отлично. Очень много девушек. Не, ну да, интересный вопрос. Гулял-гулял с девочкой, а в какой-то момент ее сбил автобус. Почему? Ну знаете, ну, в жизни разные истории случаются. Мало ли что, почему происходит. То есть не надо считать себя Богом и связывать это с твоим присутствием в ее жизни. Просто, может, у нее структура мозга такая, или просто она, ну, шизофреник, например. Ну, может, она шизоидный тип там, и поэтому она так себя ведет. Мы думаем про здесь и сейчас. И не надо думать о том, что у твоих действий есть последствия. Похуй на последствия. Только здесь и сейчас, и все. О последствиях думать не надо. Ты не бог, чтобы думать о последствиях. Вот и все.